Почему Бог дает, допускает злодеям долго влиять на народ? Почему Менаше правил 55 лет, и Бог его не устранил? Бог дал своему народу, своему творению, человеку, любому человеку, любому из нас, свободу выбора. И эта свобода, она свобода полная. То есть никогда тебе говорят, выбирай, что хочешь, но вот это не выбирай. Полная свобода, она позволяет царю быть злодеем. Она позволяет какому-то правителю начать войну, или ряду правителей начать войну, которая уничтожит 65 миллионов людей, или уничтожит 6 миллионов сынов Израиля. Бог дает эту свободу, и, как сказать, часть могущества Творца в том, что Он свободу не ограничивает. И можно сказать и спросить, а как Всевышний допустил это злодейство и это злодейство? Это касается и простого насилия в семье, когда человек бьет своих детей, или когда проявляется какое-то насилие к детям. И всегда возникает вопрос, где был Бог, почему Бог это допустил, почему Бог допускает смерти детей, почему Бог допускает какие-то катастрофы. Потому что Бог дал человечеству свободу, и эта свобода полная и абсолютная.